Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и это рубрика Геймплей Летс Плей. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Агент Розуэлл. Значит, вышла она сразу после того, как вы перевернули календарь и увидели, что уже 3 сентября, то есть 9 сентября этого года, соответственно. И сейчас мы посмотрим, что мы вообще здесь у нас есть и во что мы будем играть. Я не спорю, возможно, раньше она появлялась где-то как ранний доступ, демо-версии. Я конкретно говорю о выходе ее в релиз. И, соответственно, пришлось прикупить ее на торренте по цене интернета. Ну, а пока смотрим заставку. И после заставки вы слово услышите мой прелестный или не очень прелестный голос. Но вот такая вот заставочка у нас была, значит, по заданиям. В общем, надо установить электроэнергию на базе, что-то с ней происходит. Возьмите джип и отправляйтесь на трансформаторную станцию, я так подозреваю. Значит, берем пистолет. О, серьезно? В общем, графони уже на уровне. Ну-ка. Ба! Ты ж смотри, что происходит. А кто это сделал? Бля, ну перезарядка Шикариус. Так. Ну, в общем, а я хочу сесть в самолет. Нахрена мне джип, если я хочу сесть в самолет. Можно это сделать? Или по всему нельзя? Хорошо, как-то поменять вид, не знаю, героя. Это задача, понятненько. А может на В этом, как раньше, в этом тоже нет. А, вон джип. Я что-то убеждал, он не в ту степь. Угу. Так, ну, в принципе, не одинаково. Возьмем самый первый, чтобы было ближе ехать. Блять, вы знаете, это просто... Это GTA для бедных. Так, поехали. Знать бы только где... А, все, я вон понял. Мне показывается чекпоинт на карте, куда ехать. Но обратите внимание, зато есть следы от пыли на... Вон, кстати, вижу тарелку. Неопознанный летающий объект. О, инопланетянин. Блять, он, смотри, он дерется. Ах ты, падла фашистская. Ты че, блять, нигер, ты не в тот район зашел, ты понял? Ты... Что там, нормально у тебя все? Вон еще один. Ага. Сюда. What the fuck, мазафак. Вы видели, как он убежал просто? Вы что, неубиваемый, что ли? Убиваемый. На ваша тарелка, что думаете, невидимая? Жрите вот это. Так, ладно, отвлекся. Так, теперь нужно ехать дальше. О, что-то произошло. Произошел переворот. Власти захват вооруженный. Блять, смотрите, сколько металла упало. Почему его нельзя собрать и пустить на нужду армии? Где успешно обеспеченные люди, которые постоянно собирают металл, а потом цыганам продают?
Ненавижу, блядь, цыган. Цыган и поляков. И чё? Чё мне теперь надо сделать? Так, давайте. Задачу. Короче, надо двигать к электростанции, которая находится на холме. А, миссия комплит. Все, подождите. Это я уже выполнил. Как я понял. Может поехать посмотреть, куда упала НЛО? О, да. Видите, я уже знал. Ну, как бы это интуитивно понятно, в принципе. Кстати, управление машиной такое довольно приятное. Не скажу, что оно прям обалденное, но приятное. Если вы, к примеру, играли в мафию... Блядь, чтобы не соврать. Нет, даже дело не в мафии. Крестный отец была такая игра. Вот если вы играли во вторую часть, не в первую, которая по канону, а вот вторую, вот там было ужаснейшее просто управление. В первой было хероватое, но как бы и было простительно. А вот вторая часть управления вообще было ужасно. То здесь даже очень неплохое управление. Ну, за баллистику и все остальное говорить, я думаю, нету смысла. В общем, подлетаем уже сейчас к этому. Опа! Так, проверить выживших. И смотреть в небо. Мой как бы English is very good, поэтому... Hard Russian акцент. Выжившие есть? Есть выжившие? А, нет, то ножичка. То ножка от корабля. Вон, вижу, что они что-то делают. Возможно, они воруют коров. Выжившие есть? Как мне это, блядь, узнать? Она сквозная. Так, вы знаете, я запрыгнул в текстуру, я не вижу выживших, так что можно отсюда уходить. Блять, а теперь надо отсюда еще. Чё? Чё происходит? Боже, что это? Надо было смотреть вверх, а я не смотрел. Нет, не забирайте меня, нет, сволочи. Всё, меня забрали, и теперь я, наверное, меня засунут в жопу зонт, а может и не зонт. А может и не в жопу. Ну вот. Смотрите. Я так и знал, что. Так, кто тут у вас старше, с кем мне вести разговор? Боже, что делается? Наверное, мне делают обрезание. Он такой кричит, нет, я не хочу быть евреем. Меня, судя по всему, превратили в инопланетянина. Короче, вы агент Розуэлл. После первого контакта с пришельцами Розуэлл был... Короче, все, не хочу, я понял. Все, давайте. Звонит красный телефон. Ответить по видеозвонку. Hello, Agent Roswell. I'm Secretary Francis. I hope your new office suits your needs. UFO activity is on the rise. You must investigate any reports you receive. Please look at these on your computer terminal. I'll be in touch. Good luck. Всего хорошего. В общем, вот такая вот, ребятки, игра. Не знаю, играть вам ее в нее или нет, но... В любом случае, прежде чем что-то покупать, приобрести, надо посмотреть, что она себя представляет. Ну, а с вами был Рось, это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорой встречи.